Привет всем. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сейчас вечер. Мы забрали Вадимку из садика. Дома я тоже уборку навела, постирала все, покушать приготовила. Сегодня суп варила. Попозже покажу вам, вставлю видео. Потом мне иногда пишут, что Лена, что-то вы редко суп готовите. Вот специально вам покажу, что мы сегодня готовили. В общем, сейчас мы поедем с вами в светофор. И поэтому мы сейчас поедем, что-нибудь купим. Я так-то список взяла. Не что-нибудь, а конкретно мне надо что-то купить. Список взяла. И надеюсь, что мы всякую ерунду в этот раз не возьмем. И потом я покажу вам покупки наши обязательно. Поехали. У нас в центре города тут елочки горят. После горисполкома. А там что-то пока не видно. Не видела. Туда не подойдет. Вадик, ты не понимаешь, что на эти деньги можно купить игрушку? Да, она дешевле стоит, чем здесь вы потратили. Не выиграли. Проиграли. Были, сейчас мы вот в Метрополисе. Купили немножко продуктов. И все деньги проиграли. Все, какие у нас остались деньги, Юра проиграл. Я говорила им, поехали купим лучше игрушку. Эти деньги. Нет, надо поиграть. Как ты сказал? Процесс? Нравится, да, тебе сам? Ну, процесс проигрывания. Ну, ладно. Вадимка, конечно, расстроился. Сегодня решила сварить суп. Мы вчера купили вот такие вот косточки свиные. Я помните, как-то рассказывала, что мы берем, они недорого стоят. И мясо там есть. Наваристый супчик получается. Опять у нас сегодня экономное блюдо. Такой вот супчик. Ну, туда все добавила. И приправы добавила, и морковку, и картошку, и лук. И у нас вот еще сухарики остались. Вот будем супчик сегодня с сухариками. Сейчас уже все выключать буду. Почти сварился. Добавляла еще вермишель. Ну, что-то вот я, мне кажется, мало ее добавила. Наверное, надо чуть-чуть еще добавить. Сварила я супик, добавила еще вермишели. Такой аромат классный. Сейчас садиться будем, все кушать. С сухариками, знаете, как вкусно. Мои что-то пока не идут кушать. Смотрят мультики там в комнате. Сидят все. А я решила покушать, пока никого нет. Вадимка пришел у меня суп кушать с сухариками. Тоже. Как нравится? Вам сегодня тоже, ты говоришь, давали в садике суп? Да. Там была капуста сырая, положили туда. В супе капуста была, в общем. Лен, ты не сблизнула. Вот так вот приходит сегодня домой и говорит, мама, нам давали суп с капустой. Мне говорит, плохо было. Вот так вот. Ну, наверное, многие дети не любят капусту. У меня Кирюшка, вот он до сих пор тоже с капустой суп не любит и вообще ничего с капустой не ест. Я вот взрослая стала, я люблю капусту, тушеную капусту. Не говори было. Ладно, не буду, все. И в супе кушаем, и Юра любит. Он вообще пирожки даже с капустой ест, а дети все. А я же сказала. Пирожки. Ой, я не могу. Ребята, мы сейчас только что были в магазине Связной.
И я купила наконец-то себе подарок. Вот такую вот флешку. Некоторые телефоны покупают, а я вот купила флешку, карта памяти, надо сказать, вот такую вот Samsung на 32 гигабайта. У меня в моем телефоне вообще очень мало памяти, и постоянно... Я только начинаю снимать что-нибудь, и все, и уже закончилось. Вот мне это все надоело, я пошла сюда. В общем, цена у нее, смотрите, да, была 2790 когда-то, сейчас она 1999 рублей. 1999. Мы зашли с Звездой, и, в общем, нам начали показывать карты и сказали... Ну, в какую цену вы хотите купить? Я говорю, ну, в пределах 1000. Он говорит, сейчас я вам сделаю фокус-покус. Подходит с этой вот штучкой, что-то там набирает, у них там экран, да, такой как-то мониторы, там что-то у них там все вот эти вот, все их товары. И он раз-раз говорит, в общем, езжайте, через 10 минут езжайте в другой Звездой, и там вам продадут дешевле за 999 рублей. Я вообще, конечно, этот фокус не поняла ничего. Ну, приехала, здесь тоже такая же 1999 цена. Они посмотрели, там я написала имя, там номер телефона оставила. Все, они посмотрели и говорят, все, у вас за наличку. Я говорю, да, все, 999 рублей. Что они делать, я не знаю, но в общем круто. Это не реклама, девочки, ребята, мальчики, это не реклама. Это вот, я вообще сейчас-то 2 года уже хотела вот эту вот купить карту памяти. И все, знаете, жалко денег. Я записываю, приду домой, все стеру, снова начинаю записывать. Не стеру, а в смысле перетащу ноутбук. И так вот каждый день, несколько раз в день я с телефона перекачивала ноутбук, и я так уже устала. Думаю, пойду я куплю. И, короче, все нормально, работает. Сейчас я записываю уже на карту памяти. Все. В общем, подарок я себе сделала, можно сказать, к Новому году. Осталось всем моим близким сделать подарки. 999 рублей, я рада вообще. Такой подарок сама себе сделала. Ну, я очень рада, честно. Все, поехали. Мы едем сейчас. Куда с тобой? Я подожди, пристегнусь. Нам надо ехать на автомойку. Мы приехали на автомойку. Пока закрыта дверь, не знаю, может, занята. Классно, так быстро записывает. Ух ты. Ух ты. Вот тут что-то так все пасмурно, пасмурно, туман. Мы кофе купили. Может, мне тоже еще помешать? Я, правда, помешала уже. Все, нашу машину моют. Мы ждем. Здесь Wi-Fi есть. Долго машину мыть будут? Долго мыть будут? Шампунь потом вытирать. Шампунем сегодня еще вытирать, высушивать, да? Замочки, чтобы высушили. Я думала, у тебя там конфетка есть. Это у тебя деньги, что ли? Я ничего не вижу так. Что конфетка, что деньги одинаково. Ай, не могу. Остыло, нет? Кофе-то? Да. Кого? У него, да. Нет. Я не платила еще. У тебя же свои деньги есть. А у тебя уже нет. Ты хочешь, чтобы я заплатила? Спроси, сколько надо денег-то. Я не заплатила. Я думала, а ты заплатишь. Помыли нашу машину, высушили ее. Сейчас мы едем домой. Наверное, надо еще что-нибудь заехать купить. Что нам надо-то? Хлеба еще взяли, сейчас заедем, купим и домой. Девочки, сегодня я хотела бы вам показать свою организацию и хранение косметики. Это сейчас я уже записываю по запросику, потому что одна девочка, она, мне кажется, давно у меня просит, чтобы я показала организацию хранения косметики, и уже пишет, Лена, покажи во влоге, потому что я никак не могу снять отдельно, она дождаться не может, вот специально для тебя снимаю. Так что вот, надеюсь, ты смотришь это видео. Все, давайте я вам покажу. Я сейчас ничего на данный момент не прибирала. Показываю все как есть. Потому что у меня будет со следующей недели расхламление. И я думаю, что косметика у меня поубавится. Но сейчас показываю как есть. Давайте открываем первый ящик. В последнем ящике я не буду показывать. Там просто тетрадки. Я показываю сегодня только косметику. Итак, открываем.
Да, забыла сказать, что макияж я делаю вот на этом столе. Сюда сажусь, здесь все раскладываю, все достаю отсюда. Это у меня рабочее место, плюс еще я здесь и макияж делаю. Это у меня два в одном. И рабочее место, и стол для макияжа, можно так сказать. В первом ящике у меня хранится... Это здесь корректоры, тональные кремики, пудры, которыми я редко пользуюсь. Здесь румяна разные, хайлайтеры. Это вот... Что, в общем, получается, сначала я наношу, как обычно, я сначала начинаю там тональный крем, там корректоры наносить, и вот поэтому здесь оно все поближе находится в первом ящике. Здесь вот у меня помады, они хранятся в органайзерах, вот в таких вот, но ими я реже пользуюсь, потому что у меня вот моя помада, фаворит, это Faberlic, называется «Стойкий поцелуй», 46-44. Каждый день я ей пользуюсь, поэтому она у меня вот здесь прямо и хранится. Иногда сумочки, иногда здесь. А здесь этими уже помадами я реже пользуюсь. Единственное, вот это вот я стала, это Max Factor 745 номер. Вот этой вот помадой я часто пользуюсь. Вот такой же цвет. Так, здесь у меня... Это еще вот я еще не пользовалась основой под макияж. Сейчас у меня вот это вот основа под макияж, но это блёр крем. Для выравнивания кожи, чтобы все несовершенства скрыть. Вот поэтому пока, когда закончится, этой буду пользоваться. Мои фавориты. Тональный крем я недавно показывала. Тоже тональный крем. Это два моих фаворита. Вот у меня их больше и нет. Видите, как у меня мало косметики. Ну вот это вот надо поубавить здесь. Здесь что можно убрать. Румянами я часто пользуюсь. Как часто, каждый день, можно сказать. Вот если я макияж делаю, то я румяна всегда наношу, поэтому у меня здесь такие все, ну, нужные все. Так, вот. Вот будем расхламление делать, я там все поближе покажу, когда избавлюсь от всего ненужного и покажу, что у меня осталось. И вот здесь вот у меня хранятся разные тени, карандаши для глаз, тушь и еще... Помады, блески, надо сказать. Здесь блески для губ, карандаши для губ. Так, а здесь у меня тушь моя любимая, это вот, которая объем придает. Карандаш, Clarins, такой вот. Так, вот здесь вот у меня еще тональный крем устойчивый хранится. Я им пользуюсь, знаете, вместо чего. У меня закончилась база для век. Чтобы сначала нанести, потом тени нанести, у меня ее нет. А кожа жирная, и вот это вот как раз подсушивает, можно сказать, кожу. Ну, идеально ложатся тени любые на вот этот тональный крем. Это получается неустойчивый, как-то по-другому он называется. А вот стойкий тональный крем от Faberlic. Тоже классный. И тушь у меня тоже сейчас фаворит. Я ей часто пользуюсь, тоже стойкая тушь. Тут много всяких. Это Lancome есть. Так, и Faberlic. Вот. Clarins тоже. В общем, много тут разных. И вот здесь тенюшки. Вот этой палеткой я постоянно пользуюсь. Этой Dior. Блин, у меня здесь. Вот этой постоянно пользуюсь. Но это я все в фаворитах показывала. Неделя влогов была, вот я там все показывала. Ну, тени я очень люблю, поэтому у меня их тут немало. И я ими часто пользуюсь разными. Так что вот, так вот у меня все хранится. А так у меня тоже видео есть. Я как-то снимала, что у меня есть. Именно вот все карандаши показывала, все тени показывала. Если что, я ссылочки под видео оставлю. Вдруг кому-то интересно посмотреть, что у меня есть. Можете перейти по ссылочке и посмотреть. Правда, видео уже старенькие. Не знаю, сколько. Может быть, полгода, год видео. Ну, я думаю, что у меня тут много из того, что я показывала. Там это у меня есть. Большие палетки. Гош. Так что вот... Скоро будем наводить порядок, и надо будет поубавить косметики и проверить срок годности. Так-то я очень часто проверяю срок годности, но надо еще раз будет посмотреть. Вот так вот у меня все, в общем, в двух ящичках хранится. Мне очень удобно.
Я отсюда взяла вот так прямо целый контейнер, поставила на стол, попользовалась этим контейнером, сюда его положила. Здесь тоже у меня вот этот вот контейнер всегда достаю, раз накрасила, у меня там подводочки разные, эти, тушь. Все, что нужно, сделала макияж, потом достала тени. Вот, показала вам всю организацию свою. Надеюсь, кому-то было интересно. И на этом я сегодня буду заканчивать. Всем пока-пока. Скоро увидимся. Завтра, кстати, поедем в магазин «Светофор» снова.